Да, наверное, безопасно. Мы вечером не ходим, да? Да. Да? А дяденьки полицейских часто видишь? Ну, немножко часто. Активно работают, обращают всегда внимание на нас. Если мало ли что-то позвоним, реагируют вообще капитально сразу. А вы считаете наш город безопасным? Нет. Почему? Ну, потому что не всегда на выезд в городе, вот по адресу, да, в городе нет, не всегда. Сталкивались с этим? Да, я сталкивалась с этим. Чего, по-вашему, не хватает подписки полиции? Может быть, у них как бы этот не всегда они как-то реагируют вот этот что-то. Но так-то ребята вообще молодцы. Да, я не скажу. Участковые тоже как бы так хорошо работают. Вы знаете, я не так давно живу в вашем городе, и поэтому пока не приходилось сталкиваться с Котласской полицией. К сожалению или к счастью. Думаю, что все замечательно у них. Я не хожу вечером, только у нас там под окном безобразие такое. Там бы надо и полицию, и милицию еще бы лучше. А это где у вас? За Горбатым. За Горбатым? Да. А какой адрес-то у вас? Какой адрес? У самого Горбатого. Если по городу установлены видеокамеры, то в какой-то степени, конечно же, это обезопасивает наш город. А сотрудников полиции хватает или хотелось бы больше, может, сталкиваться с реакцией, включая вызовы? Нет, ну с этим не сталкивалась, но то, что закрыли пост ДПС, когда выезжаешь с автомобильного моста, то я против этого.